основном я стараюсь повторять формы нашей традиционной крымско-татарской. На сегодняшний день, по сравнению, например, с той же вышивкой или с ювелирным искусством, у нас артефактов именно керамических не так много осталось. И моя задача – сделать как можно больше копий. Этот сосуд – это копия сосуда середины 19-го, начала 20 века. Вот, у него характерной особенностью является то, что у него широкое горлышко. Оно необходимо для того, чтобы можно было удобно помыть сосуд. Вот, рука должна свободно проникать в него. Что с помощью орнаментов можно сохранять, запечатлевать определенные истории, сюжеты и пожелания людям на будущее, какую-то значимую информацию, которую со временем кто-то будет расшифровывать, зная уже элементы орнамента. По звону можно было определить, насколько качественно прошел обжиг изделия. То есть, если звон есть, значит, обжиг прошел на достаточно высокой температуре, необходимо для того, чтобы черепок он стал камнеподобным.